Так, ребят, всем привет! Сегодня я выехал на очередной коп, у нас непогода. И дабы уйти от этой неприятной непогоды, решил забуриться вот в такой вот разрушенный домик. Здесь я копал, но немножко. И решил снова, дабы продолжить свой сезон 2016, не закрывая его. Так что смотрим. Находки, я думаю, будет зачетный. Сегодня я копаюсь юрцом. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь получится. Дом у нас обычный и неплохой. И Стас откопал что-то интересное. Говорит, мне очень понравится. Опа, что-то очень, да, ребята. Очень что-то интересное. Я такое ни у кого еще не видел. 300. 300. А что именно, не знаю. Так, по бокам имеется, так, 1603, 1903. Так, 300. Это, наверное, что-то связано с домом Романовых. Вешалось это на грудь, походу. Интересная вещица. Здесь у нас имеется на ушке крест. Возможно, это что-то связано и с христианством тоже. Вот такая хорошая вещица. Если бы вы это видели. Камера, к сожалению, не передаст то, что здесь имеется. Вот так вот. Аси 250. Итак, ребят, заходим мы в дом и смотрим, что у нас с прошлого видео. Многие подписчики знают, не смотрят. Здесь вот я вот шурфил, мне разрешение дали. Здесь очень сильно захламлено. Вот, так что здесь неплохие находки были. Ну а ладно, находки будут, вы об этом узнаете. Итак, ребята, на свой страх и риск юрец решил там домик немножко поковырять. Говорит, очень супер сигнал. Но сигнал очень хороший именно в бревне второго-третьего венца. Хотя не знаю, что там может быть. Второй-третий венец это ни о чем не значит, но рискуем своим здоровьем. Тем, что дом на ладом дышит. О! Итак, ребят, у меня первая находка в этом доме. И это у нас монета проглядывается, как вы видите, желтая. Судя по всему, у нас 2 копеечки. 2 копейки. И герб, по-видимому, старый. Вот такая вот штучка. Юрец тоже советскую копеечку поднял. Работает у него АТ Про с катушкой маленькой снайперкой. И вот он снайперкой вызвонил в углу, причем в красном углу, цветной сигнал. Ну ладно, смотрим, что он оттуда вытащит. Раздолбил юрец вот уголок и вот никак не может добраться до сигнала. Говорю ему потихонечку ножом, он, блин, фомочкой долбит. Развалится нахрен дом, блядь. И похоронит он нас здесь, кладоискатели, блин, в братской могиле. Рядом, выпрыгнем. Ага. Ну ладно, ладно, смотрим. Итак, ребята, у нас шурф продолжается. Юрец, вон он копает. Уголок, который он пытался выбить, сигнал, говорит, был хороший, но эта железная пластина с другой стороны дома была прибита. И он ее насквозь продырявил. У меня находка, монета. И монета у нас вот такая вот. Это у нас 3 копейки 1930 года. На рост убиенный, здоровый. Ну ладно, примем как за находку. Продолжаем. Итак, ребят, среди такого вот хлама мы пытаемся что-то найти. У меня находка, находка ничего особенного. Судя по всему, это копеечка. Очень сильный налет. Не знаю, чистится нет. Год я не могу сказать. Но здесь в основном ранние советы. Вот поднял вот такой вот небольшой склад. А 3 копеечки и пуговка. Юрец там обломок запонки поднял. Монетка у него тоже есть. По-моему, несколько. Так что продолжаем. Итак, ребята, хожу-брожу. Добиваюсь здесь около печи. Советики, копеечки попадаются.
но мне это не интересно. Наткнулся вот здесь вот за печкой сохран вот таких вот бутылок. Иди сюда, тут сигнал какой-то хорошенький. Целая куча бутылок. Половина туда покидал. Юрец там что-то кричит. Сигнал у него там хороший. Нет. Ладно, сейчас подойду. Ходим мы здесь, бродим вот по таким вот тяжелым местам. Юрец, кстати, вот здесь вот начал монеты подымать. Вот эти тряпки выкидывает и проходит. Так, вон у Юрца сигнал, говорит, чистый медный, не знаю, мне это как-то... Я не понимаю, а ты про... Так что не знаю. Эп. Сейчас посмотрим. А чё, монета. Монета. В принципе, большого такого размера. Не знаю, что это такое. Не знаю. Она испорченная, добавок. Ай, блядь, чуть не упал, блядь. Тихо. Так, Юрец, посвети мне на монету, что это за фигня. Так, это у нас с этой стороны зачухано на алса. А здесь у нас... Здесь у нас какалины. Так, что это у нас? Блин. Непонятно, сейчас я протру ее и посмотрим. Итак, ребят, закончим свой видеокоп. Копали мы сегодня с Юрцом. С находками у нас не густо, но и не пусто. Наковыряли мы вот такое вот количество всякой лабуды. Ничего такого интересного нету. Это вот у нас советики, советики, советики. Зачетная вот такая вот у Юрца печаточка. По-видимому, старая. Времен, наверное, вот как раз вот Анны Ивановны этих времен, потому что узор такой довольно-таки интересный. Ну, зачетная такая интересная вещица. Потом вот такая вот монета. Я считал, что это, наверное, копеечка серебром 1840 года. Ну, какая-то надпись интересная. Может, монета была отчеканена для использования за границей расчета. В свое время было такое, потому что непонятные здесь надписи такие. Вот, ну, сейчас, наверное, почистим, посмотрим поближе. Это у нас советики, 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 советики. Даже, представляете, выпал вот такой вот рубль. Пятирублевый, ходячка. Вообще зачет. Ну и такое вот количество шмурдяка. Ну, я, в принципе, неплохо так покопали. Неплохо. Ну ладно, с этим закончу. Ну все, на этом все. У нас погода метет. Закончим мы пораньше, потому что еще ехать, в принципе, далеко. Ну ничего, сейчас посмотрим. Ну а так, попрощаюсь заранее. Всем пока и удачи. Итак, ребята, большую часть дороги я, наверное, буду идти пешком. Машина двоих не тянет. Где мы едем, очень высокие подъемы. В ту горку, я думаю, мы бы не зашли. И пришлось сейчас курс менять. Ладно, смотрим. Итак, ребята, не так все легко. Поехали мы домой. Замело дороги. И мне пришлось вон выйти, толкать машину, чтобы она зашла. Вот так вот. Не просто так на копе. Приходится и не просто саночки возить, но их еще толкать надо. Фух, запыхался. Давно не занимался спортом. Из-за этого дыхалка меня подводит. Ладно, вроде на трассу выехали. Ничего, пойдет. Ну ладно, еще раз попрощаюсь. Не знаю, сейчас Юрец заедет, нет? Ну, давай, давай. О, все, зашли. Ладно, все, всем пока. Пока.